Лампочка горит. Ну, поехали. Так ты не смог. Так, ну вот еще магнитофоны после ремонта. Значит, весна 205.1. Сетевой шнур нашел к нему. Лампочка у нас горит, соответственно. Ставим кассету. Легенда, соответственно, тоже работает, но сетевой шнур я не заказал, пока он еще не пришел, пока вставлены батарейки. Играет, конечно, не так, как весна, но ничего не шуршит, все работает от батареек. Yeah.
Помню состояние у легенды отличное. Все на месте, полностью комплектный. Весна тоже. Все на месте, крышечки все на месте. М303С. Сеть. Лампочка горит. Кассета на месте. Лента протяг. Шумит, конечно, но так, в целом. Перемотка работает. Запись проверять не буду. Скорее всего, тоже работает. Кассету портить не хочу. Так, ну, в общем, весна вот в таком состоянии. Сетевой шнур не родной. От ритма. Но при включении в розетку лампочка не загорается. Гул. И, соответственно, ничего не крутится. Под ремонт. Но регуляторы не шуршат, как ни странно. Как-то так.